В жизни надо успеть попробовать все. С такими мыслями Андрей впервые пришел на Йети-пати и тут же устремился к сцене, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов от телеканала «Мой город». На этот раз задача снежного человека – понять, насколько хорошо гости вечеринки разбираются в собственной технике. Участники наперебой демонстрировали возможности своих телефонов. Пока что Андрей – простой студент и не может похвастаться дорогим гаджетом. Но, несмотря на это, именно он забрал главный приз. Как бы не ожидал, но все равно надежда-то умирает последней. Почему бы нет? Это же все воля случая. Почему бы нет, согласитесь? Это не единственный розыгрыш, который Йети приготовил для гостей. Молодые люди только успевали участвовать в различных конкурсах, а в перерывах между ними заполняли танцпол. С каждым разом гостей вечеринки становится больше. Появляются новички и обязательно приходят те, кто бывал здесь неоднократно. Телеканал «Мой город», как всегда, оригинально поздравляет горожан с великолепным праздником. Сегодня мы празднуем День молодежи, и на вечеринке Йети-пати нас ждет огромное количество подарков, различных розыгрышей и великолепное настроение. Каждая Йети-пати сопровождается выплеском энергии. Эта вечеринка стала логичным завершением Дня молодежи. Но гости не смогли утомить снежного человека. И уже через месяц Йети вернется к ним снова, чтобы провести очередной праздник. Елизавета Черняк, Константин Алехин, новости «Моего города».